В эфире интернет-портал радиоцентра «Сангейтс». Меня зовут Наташа Альтман, и рядом со мной Элла Арбит. Элла, доброе утро. Доброе утро. Или добрый день, собственно. Так счастлива вас видеть, Наташенька, опять. И взаимно, я тоже. Сколько лет мы с тобой знакомы? Несчитанное количество, но смысл, что радость не ушла. И начало, которое мы имели с Наташей Альтман, это было благородное начало. Сам Бог меня повел на радиостанцию, где Наташа была хозяйкой, добрым, здоровым, чистым человеком, с которым можно было поговорить. Спасибо, спасибо. Взаимно. Ты знаешь, я тебя давно не видела, ты похорошела, хорошо выглядишь. Давай поговорим на эту тему. Да, вот что, как? Я с удовольствием, Каким образом у тебя выросли такие роскошные волосы? Гамма-лучи, которые производит Бог. Я буквально в нем сплю. Баню мне сделали на днях. Я прилетела сюда несколько дней назад. В доме было 62 градуса, и Бог говорит, не включай, термостат не трогай. Я говорю, окей, договорились. Но я уже знаю заранее, как медик, что это все будет значить. Он убаюкал мое сердце в такую красивую ванну любви, где у меня вибрация была, у меня каждая клетка помолодела к утру. Я встала, по-моему, были сказки такие, «Спящая красавица», да? Да. Поверь мне. Это не сказка, это быль. О возрасте я не буду говорить. Я вижу, на самом деле. Скажи мне, а ты вот продолжаешь делать то, что ты делала я тогда, уже, когда мы с тобой познакомились? Продолжаешь помогать людям? Продолжаешь встречаться с молодыми женщинами, не очень молодыми? Помогаешь им создать свою личную жизнь, избавиться от каких-то личных проблем? Я стараюсь как поменьше. Я объясню, почему. Потому что впереди меня ждет все-таки еще Нобелевская премия. Не буду кричать об этом громко. Я отошла немножко. Я сказала Богу, что я не хочу пока. И Бог был согласен. Я должна была кое-что поменять. И почему-то часть меня видела, что в семье будет болезни у кого-то, близких людей. Я должна была стоять там, где я обязана была стоять. Не у медицины, не у истоков новых наук тоже. Продолжали я. Обязана. Нормальный, здоровый ум требует от себя, я требую от себя поддержки других людей. В каком облике? Чисто женском. Чисто профессионально я не хочу уже тоже. Я буду надменной. Я не буду откровенной до конца, потому что как медик я считаю, что я не познала все. Бог мне дал все остальное, что мне не хватало для разума. Не для смысла, я не могу говорить о смысле, для разума. Разумно не знать иногда и поверить. Поверить и идти. Он держит, очень красиво держит на пути. Что я узнала из всего, что вот я хотела бы поделиться сейчас? Спиритуальное ДНК, ДНК, я уже... Spiritual DNA — это спиритуальное ДНК. Я путаюсь немножко в сознании, потому что вслух в первые разы только оповещаю людей об этом. Настолько представительная информация пришла насчет этого, и насколько пользы от этого, огромное количество людей будут переводить себя на этот смысл. Оказывается, мы все давно знаем, мы же не отупели полностью еще все, человек должен самоизлечить себя, человек обязан самоизлечить себя, и человеку полезно самовоспроизвести свое здоровье. Вот чем я и занималась. Наряду с другими регалиями, которые мне Бог наградил, я немножко мистик, я немножко следователь его, потому что не только с отцом говорю, а с матерью. Возле матери я учусь еще очень женскому облику, который я пытаюсь передать. Например, вот говоря о встречах, очень милые люди, которые услышали меня на другом радио здесь, в Чикаго, пошли пару раз со мной на ланч, стараюсь вести абсолютно нормальный светский облик. То есть ты не то, что там устраиваешь им какие-то сухие встречи, где ты с ними беседуешь и говоришь, что им делать. Я играю. А ты встречаешься ланч в такой непринужденной обстановке, и вместе с этим ты как-то, что ты даешь людям? Свою энергию? Ценность. Не дай Бог, я дам свою энергию, на чем я буду жить. Понятно. Это полупрофессиональный облик, если я даю что-то свое. Свое нужно держать, почему мне генетически нужны мои все силы. Я не буду регенерировать свои клетки на таком облике, на котором я хочу омолаживание, если я буду отдавать часть себя. Я не проводник своих генов никому, я полностью открыта, я не имею права дать часть себя. Я полностью откровенна со своим организмом. Но что я позволяю человеку открыться в том же самом смысле, не в облике, в смысле, у каждого есть способность регенерировать себя. Вот как это на самом деле происходит? Если человек очень встречается легко с тобой, женщина встречается с тобой, да, и рассказывает тебе о своих проблемах. Не надо
Но мы не говорим, мы практически сразу открываемся. Угу. Но она открывается тебе. А на работу берет меня Бог. Угу. Или мы купались. Окей. За этим стоит медицина будущего. А вот в воскресенье мы собрались. Нас держала любовь, но чувствовала каждая женщина доброту, полную самостоятельность. Каждый индивидуально получил все, что им было необходимо. Я не судила, я не знала и не хотела, и не желала знать. Оно работает автоматически. Вот, допустим, сердце работает автоматически. Автоматически практически мы ходим. Мы не думаем, вот сейчас я поставлю эту левую ногу, а потом у меня есть правая нога, наступлю ли я на нее? Нет, правда? Так я и работаю с человеком. Оно идет. Оно как полотно. Здоровье — это полотно. Мы шли с этими женщинами. С девушками. Сколько времени тебе нужно для того, чтобы разобраться в состоянии этого человека? Мне не нужно ничего. Мне не нужно ничего, и это преднамеренно. А как помощь приходит? От Бога. Угу. Это естественно. Оно естественно, оно не замирает. Это доброе начало ни в ком из нас. Чтобы подытожить, к нам всегда приходит кто-то сверху, самый любимый, самый красивый, будем называть, как вы хотите, святое начало, представительность сверху, как вы хотите называете, но берите это начало, а вы всегда знаете его. Ах, и что-то получилось совсем доброе, совсем красиво, и не замкнулось у вас, может быть, даже отошло. Замкнуться не может, но просто ласково напоминает о себе. Я в этой ласке живу. Меня выбрал Бог на этот путь. Я не искала ничего, я не хотела, я не знала, я отпрянула в первый момент. Отпрянула по незнанию, потому что я такая же нерасторопная, как мы все были. Я уже себя не беру в это число. И есть энное количество людей, которые меня знают на этом уровне, на новом. И блистательно знают на этом новом уровне. Они желают того же самого здоровья, счастья женского, пользы для своих детей. Я сохранила жизнь своему ребенку. А только с женщинами ты работаешь или мужчины тоже? Я предпочитаю, я объясню. Со своими проблемами. Я объясню. Я считаю своим долгом не ответить напрямую сейчас на этот вопрос. Я считаю своим долгом на данный момент считаться с Богом, который преднамеренно имеет план. И он меня предупредил об этом плане, когда я начала 6 лет назад очень сильно идти по этому пути. Мне было предложено абсолютно все. Бог защищает меня очень сильно. Я не буду сейчас отвечать на этот вопрос. Хорошо, ты по-прежнему получаешь информацию от людей, которых уже нет на этом свете. То есть мне не разрешено. Сильными силами. Мне не разрешено, я еврейка. Слова, которые ушли уже. Я только знаю Бога. Да, но ты. Хотя, если намерен Бог дать эту маленькую крупинку, я повторяю, маленькую крупинку счастья, на этом нельзя жить. Это не та вибрация. Умершие, слушайте меня, не теребите нас никто. Да, но ты же сама говорила, вот сейчас со мной говорит Ванга. Через какое-то время ты слушаешь, с тобой говорит. Да, секундочку, другой. Ванга — Святой Дух. Угу. В моем облике существуют учителя или способные души. Мы замрем на секундочку. Что такое говорит с нами? Вибрация приходит от Духа тоже. Я никогда не одохотворяюсь на уровне, где нету Бога. Это раз. Пусть осмысленно почувствуют люди, что это значит. Вангу выбрали мне в помощь. Что же Ванга делает? Она откровенно со мной говорит, может быть, полусекунды, мое сознание у Бога. Она устраивает все, что нужно устраивать за моей спиной. Угу. Предупреждала раньше, когда я не была полностью открыта, о чем я должна думать и не забегать в ту сторону, куда мне нету. На уровне, где я стою, я на уровне, я даже не буду, Бог говорит, даже не говори, где ты стоишь сегодня. У меня планка очень высокая. Но план не во мне, план открыться людям. Зачем? Мне не нужно откровенно говорить о себе, потому что у меня нет смысла. Я уже выполнила свой долг перед собой. Уговаривать я никого не буду, потому что это бессмысленная работа. Это работа на публику, а не работа на публику. Я хочу дать радость, здоровье, что я намерена делать. Это моя цель. Uh-huh. Радость, здоровье. Ради чего? Теперь я хочу рассказать, что я знаю от святых. Давайте говорить теперь о святых. 2016 год, преднамеренно будет сложным. Я не говорю слово «тяжелым», потому что это против Бога говорить «тяжелым». Это значит, что наша жизнь не святая, а тяжелая. Я не умею такие слова говорить, и я не буду так выражать себя. 2016 будет сложным годом для тех, которые имеют гонор, не хотят понимать, что же все такое происходит. Всякая чушь будет приходить, закодированная от людей напрямую. В целости мало кто будет жить. Почему?
поворот будет. Я об этом давно уже говорю на радио. Поворот ради чего? Для любви. Свет не несет любовь, а любовь нас ждет. Теперь кто-то скажет, окей, что нас загадывает, о каких что это за манеры, о каких моментах мы говорим. Не верьте мне. Пожалуйста, не стойте на моем пути. Те, которые должны подняться и высоко стоять, хорошо жить, я имею в виду хорошо жить, я свободная личность уже, мне Бог дал мою жизнь назад. Это мистики, глубокие еврейские мистики понимают, что такое дать ребенку жизнь назад. Это полное доверие Богу. Да, ты, кстати, сказала, что ты спасла жизнь своему сыну, что ты имела в виду? Мне разрешили. Разрешили в каком смысле? Это было все оговорено сразу, как я стала на этот путь. Бог меня брал на работу с собой. Он сказал, я тебе дам это, тут ты стоишь, за этим ты не стремишься, и я тебе разрешу сделать это. Я всплакнула, я испугалась. Я вам скажу честно, Наташенька, как мать, я же человек. У меня эмоции тогда были. Сейчас у меня счастье, у меня чувства, я вижу. Я не, на, не истерическая натура, которая подобрала пару эмоций и оперирует на этом уровне или пугает людей. Но как медик, я уже прошла этот путь, мне слава Богу уже. Что же получилось? Мой ребенок кристально чистый, но у него было иное количество забот, что нужно было сделать. Может быть, это была забота матери, которая смогла стать с ним на правильный путь. Ребенок не знал этого торжества, кроме того, что не ловить меня на мысли. Получилось это в июне на Father's Day, его отец умер, я вдова, хотя я уже не чувствую себя в этом обличье, уже 6 лет прошло. Бог мне сказал, когда это произойдет, он мне сказал, просто живи, ты узнаешь, когда. Он мне дал возможность помогать очень многим людям, чтобы я смогла спасти своего сына тоже. Нужно было уметь возвысить себя так, чтобы прийти разбудить своего сына long distance, в облике. Это мистический облик, который мы все имеем. Он один проснулся, все остальные даже не проснулись. Ворвался кто-то в дом и уже рвался в его дверь. Он успел проснуться в полном сознании, поднять наган свой. Этот человек выскочил. Ужас. То есть это был вор, грабитель? Да. Который да, да. Пытался... Он был там, где он уже не находится, он наконец-то переехал обратно. Но он должен был пройти через этот путь, он должен был уехать в школу, он должен был там... Это было все предписано, все было написано на его роду. Uh-huh. Это нормально, но я не боялась. Мне Бог, во-первых, он не говорит, когда. Но он меня уверил, что все будет в порядке. Я даже забыла об этом. Уже столько лет прошло. Но когда ты стоишь возле Бога, ты уверена. И вот теплый, тихий голос с тобой говорит так нежно. Я просыпаюсь и слышу его голос. Слышала раньше, мне нужна была поддержка. Теперь, что произошло вчера? Готовы на удивление? Что произошло вчера? Мы записали третью нервную систему. Это большой подарок еврейской нации, на который я пошла. В какой-то момент у меня остановился, сказал ребенок, ты принадлежишь своему работу. Не дал мне, вот сейчас мама меня спихнула с моего сердца, я не смогла договорить. Говорю на сердце, между прочим. И вот я услышала толчок сердца, и мое слово отрубилось. Хорошо, я еще раз напомню, господа, вы слушаете интернет-портал радиоцентра Сан-Гейтс, адрес в интернете www.sungatesradio.com, передайте своим друзьям, родным и близким, и я беседую с Элой Арбит, она уже не первый раз выступает на этом радио, не первый раз рассказывает о себе, но вот мне хочется задать этот вопрос, я его задаю столько раз, сколько я вижу Эллу. Элла, ну ты же не сразу стала вот... тем, кем ты стала сейчас, тем, кем ты являешься уже сейчас. Ты же не родилась такой, правильно? Вот но я родилась такой. С Богом, слышать людей. А когда, как это все произошло? Все способны на это, абсолютно все, особенно в наше время. У всех, мы с Богом до того, как я пришла, говорили, на каком языке записаны наши гены. На каком, я буду говорить о моем положении вещей. Вот сейчас Бог буквально стал впереди меня, он сейчас стоит в моем облике впереди меня. Нежно ее не спрашивать сейчас много, вот он через меня говорит. Я просто считываю с его плоскости. Тренировки будут у людей. Тренировки, как найти меня, это он сейчас говорит, как найти меня и как осознать, что вы умеете. Умеет душа. Мозг не сознает. И он мне, я отошла, со мной архангел говорил, сейчас сказал эти слова. Теперь он меня передал Богу. Мне было сложно сейчас говорить, потому что моя вся суть стоит возле Бога. Суть — это здоровье.
Аплодисменты мне не нужны. Я бы считала своим долгом сказать, я бы передала слова Бога. Суть — это здоровье. Пожалуйста, на следующий год не думать о плохих кодах, которые будут приходить все равно, оно будет приходить. Здоровье, в общем-то, это... Пожалуйста, пожалуйста, жизни, суть — это здоровье. Угу. Жить нужно скромно, чтобы дойти до этого всего. Я кем я была, какая разница, я пришла? Я поняла, но такая, как все. Как ты почувствовала? Он пришел, он сам пришел ко мне. Ты почувствовала? Я на полном сумасшедшем. Ты проснулась, и ты поняла, что ты другая? Нет, мой муж умирал, я была полностью сумасшедшая. Угу. Критический момент. Угу. Мне нельзя было жить без пользы. Мне нужна была польза даже от таких моментов. То есть после того, пришли как, например, его слова. Муж, до того, но, я была по-сумасшедшему ревностно относилась к его жизни. Я не собиралась его отдавать Богу. Бог не собирался мне делать плохо. Он не работал с эгоисткой, Бог. Он пришел к сердцу этого человека. Я спасла очень много людей, будучи медиком. Я всегда приходила, потом он мне сказал, я пришел к тебе, потому что всегда приходила к пациенту и говорила, чем я могу помочь. Он говорит, я знаю твое сердце, я знаю, с кем я говорю, я хочу тебя. Я хочу, чтобы мы начали свой путь. Но он мне сказал, что случилось со мной. Он сказал, оставь его. То есть не тереби его душу, отдай мне, Богу. Я его тянула по жизни дольше, чем нужно было. Это ужасная вера в ничто. По-еврейски так себя не ведут. Но все равно Бог забрал его. Он обязан забрать, а как же можно, во-первых, забирать от... Я старалась, к чему я пришла, за что я хваталась. За немощного человека уже, за абсолютно немощного человека. Мое сердце его любило, я не хотела отдать. А что же я думала о ком? О нем? Я извиняюсь, с сегодняшним днем я честно скажу человеку, что когда ты медик, я честно всегда работала, я всегда отговаривала о таких ужасных случаях. Я отключилась полностью, как жена отключилась. Я перестала быть профессионалом, поэтому правильно именно было меня поднять в этот момент по-человечески, по-женски, по-матерински. Я не могла смотреть в глаза своим детям. Сказать, у тебя уже нет отца. Я понимаю, но таких женщин, как ты, на самом деле, каждый из нас. Много, да. Каждый из нас. Каждая проходит через какие-то ступени, очень многие, так же, как и ты, теряют родных и близких, но почему именно ты? На почему, меня выпал. Да, почему Бог пришел выпал к тебе? Выбор на меня. Угу. Выпал выбор на меня. А скажи мне, вот я сейчас подумала, женщины, пусть и мужчины тоже, которым ты когда-то помогла, ты каким-то образом поддерживаешь с ними отношения? Конечно. Не со всеми. Многие были полупреданные, а полу не работают. Но я с удовольствием всегда выполняю свой долг перед Богом. Я не считаюсь ни с чем, хотя полезно считаться. Мне много Бог дал в поддержку за то, что я иногда не отступалась от людей, все-таки пыталась, но мне доказывало, нельзя это делать, генетически это сложно. Но так как я откровенна, Бог был со мной откровенен, на какой нотке ты хочешь быть откровенна с собой. И он мне показывал, что сумбурные умы все равно остаются сумбурными, ты можешь их подтянуть еще немножко, Но клятву они дают своему уму, не твоему уму, ты не можешь жить за них. И жизнь сокровенна. Я осталась с добрыми, я осталась с чистыми, не все рядом, но где-то в сердце, наверное, остались еще добрые мысли о том, что она нас поставила на добрый путь. Я не буду восхищаться собой. Я забрала у многих смерть. Во имя того, что моя семья пострадала, я это делала, но он позволял. Он мне дал возможность, он позволял. Следующий вопрос. Ты говоришь, что ты забрала смерть. А еще, как ты помогла? Чем ты помогла? Они временно пошатнулись, и их нужно было забрать из этих дурных рук. Я ухожу. Многие еврейские души приходят на радость Богу. Многие не пытаются радоваться. Многих продолжают еще учить и говорить, Бог же видит эту душу, говорит, ну ты же можешь, ну потерпи, ну может на твоем пути встретится добрая, еще одна щедрая душа. Может быть еще... Это большой призыв от Бога, когда он просит, сдай свои позиции, стань и говори с этим человеком на тему меня, что я хочу от них, что им следует делать. Это большая позиция, это полусвятая позиция. Мне уже нет необходимости в этой позиции быть, но я шла. Позитивно было для моего здоровья, для моих генов стоять в этой святости. Чистое здоровье приходило ко мне. Кстати, о позитиве. Ты женщина, которая, да, прошла через какие-то испытания в своей жизни, ты потеряла мужа. Была ли у тебя депрессия? Находишься ли ты иногда, вот даже сейчас, в депрессивном состоянии? Знаешь, зимой, вот когда на улице нет солнца и такая серость, мы все как-то подвижены. Я не чувствую. У меня так горячо внутри. Во-первых, у меня горят все гены.
они все зажжены. В каждой клетке работает чистая кристаллиновая энергия от Бога. Оно движется в таком чистом ракурсе, что стыдно говорить, у меня нет этого всего. Это наглое отношение к себе. Почему не умеет, не успевает человек жить? Во-первых, Бог мне пришел сказать, я даю вторую жизнь. То, что ты не успела заключить в себе и не получила свой рай земной, я тебе дам. Но не сказал, как. Надо было следовать его зову каждый день. Но призыв шел даже ночью. Вот я открывала глаза ночью, я слышала его добрый голос. Спи спокойно, дитя, я есть. А помочь другим справиться с депрессией, ты в состоянии? А нету депрессии. А что это? Вот что это, когда у тебя такая, когда ты хочешь? Я не могу на радио говорить. Это не депрессия. Я не буду на радио говорить. Нету депрессии. Руки, ты, когда ты не, не можешь. Смотри, Наташенька, не можешь. Нету депрессии. Ругайте меня, кричите на меня, называйте меня полунормальной. Нету депрессии. Не успевают. Хранить нужно человека. Меня облако любви стоит над моим, так сказать, дурдомом и отбрасывает дурдом от меня. Вы не защищенные. Это долгий разговор, это не критический момент сейчас говорит на радио, но, во-первых, нет смысла уже говорить, я уже настолько закодирована на любовь, что я просто я снимаю это. Я согласна, что любовь. Я отключаю человека, это дурной код. Помогает справляться с трудностями и депрессии не существует. Спасибо, это просто трудности. Но где взять эту любовь, не всегда же отсутствует. Есть, abundance этой любви сверху есть. На все эти коды есть, у меня ключи есть, это называется не антикод, а у меня ключ ко всему уже есть. Я заработала, я кодировала, я работала с утра до вечера мистически, я сидела тихо, как мышенька возле папоньки, и сидела смирненько, и он мне все открывал, ага, каждый минут. Наташа, вы со мной Facebook friend. Сколько Элла рассказывает на Facebook? Абсолютно, да. Пожалуйста, включитесь, я не скрываю ни от кого. Я по просьбе Бога пишу. Каждое мое открытие... Говорит, что... Обязательно он просит, чтобы я открывала глаза. Мне что писать? То, что я только что испытала. Пожалуйста, становитесь на эту стезю, так сказать, и смотрите. Я все-таки я все переписываю своего опыта. Да? Молодые, пожалуйста. Да, могут ждать любви молодые все. Люди, люди среднего возраста, когда человек переступает порог, я не буду сейчас называть цифры, какого-то возраста, и любви уже... Начинается святость. Нету, особенно женщинам, которые одиноки. Что им делать? Да, как да, им жить? Это не случайный вопрос, но я думаю, это будет следующая передача. Любовь? Я думаю, я вот, хорошо, Наташенька, вот я думаю, что эти горячие вопросы должны остаться с нами. По просьбе Бога мы должны записать эту передачу на каком-то откровенном моменте. А момент предоставится еще раз вернуться на эту хорошую радиостанцию. И вне меня происходит очень много событий. Мне Бог покажет, что в следующей передаче будет. Он чувствует, что, наверное, нужно закруглиться. Информации поступило много. Что делать? Пусть каждый теперь останется на своем месте. Я никуда никого не зову. А пусть заключит свой собственный мир внутри себя. Я никого не тяну. Но если на то есть воля Бога, я повторяю, только Бога, моей воли в этом нету, я открытое сердце, то есть, если он захочет на наш город Чикаго записать какие-то поездки, встречи и говорить о любви, это случится. То есть с Новым годом, с новым небезразличным к вашему здоровью отношением, я есть, я могу и я люблю. Сказать, берите с меня пример, это будет шокирующим. Ты знаешь, извини, телефон зазвонил, но вот сбил меня с мысли, но на самом деле у меня еще два вопроса к тебе. Вернее, вопросы, как бы предложения. Вопрос заключается в том, ты вот сейчас говорила, что ты разговариваешь, или тебе говорят иногда и та же Ванга, и Архангел Гавриил. А кто еще? Вот можешь назвать еще какие-то имена? Я в основном с отцом и с матерью. Я стою, я тебе скажу, как я стою. Я стою в прямоугольнике. Окей. Моя мысль ограничена. Вот здесь отец. Здесь мать бережет. Я тебе скажу, где это здесь. На уровне сердца есть определенный источник любви и поддержки. Дай Бог, чтобы все его знали. Толчок в сердце доброты — это мать. Вверх я иду с Богом как автомат, и я работаю с его мыслью. Мне дано уже. То есть я освободила себя от всего, что мне мешало. Я отдалась, я соприкоснулась с ними, мне понравилось. Я осталась жить с ними. Но оно стоит ограниченное.
Если на то есть, я работаю в модуме. В модуме происходят разговоры с остальными учителями, не только Ванга, со мной говорит Джон Леннон, а у меня дар есть. Со мной Гершвин, я ехала и рассказывала, он описал, говоря о сердце, где мне проще петь, у меня вокальный голос. И он меня научил маленькой, это будет трилогия, если буду обо всем говорить. Мне разрешает, для Бога это называется вольность, но у меня был предписанный спутник, который должен был работать с моим голосом, я решила отойти. То есть Бог взял эту функцию. Он не ограничит мои способности и не укоротит мой путь. Если я не захотела, он меня поддержит. То есть он мне дал возможность, что? Он мне дал я с Эйнштейном работаю, но это рабочим модом. У меня scientific mind. То есть я приношу биофизику в скором будущем. Биофизика — это моя любовь уже. Я уже не могу дождаться сесть и прийти домой, прибежать домой. И что дальше? А что дальше? А как? То есть для меня это тривиальный момент уже. Можно ли... Я снимаю депрессию за 30 секунд. Но я не буду это делать просто так. Человек должен найти себя, я ему дам. Я дам. Подскажешь. Я сделаю. Сделаешь. Он сам откроется. Отлично. Есть разные варианты, но есть условия, я не сойду с этих условий, которые Бог дает. Это должно быть в его ракурсе, в Бога ракурсе. Он хочет поездок. Почему? Сложно прийти на 15 минут, а потом жизнь зажгла что-то другое в этом человеке. Да это будут чужие деньги, это не чистые деньги. Я поняла. Это не чистые деньги, я не могу так брать с человека деньги. Ты говоришь о поездках типа ретрит? За 7 дней, за 7 чистых дней. Да. Вот только так Бог. За 7 дней будет дописано, если человек не успел за этого человека. А Бог может дописать, он тоже способный, как оказывается. Но это единственный способ. Эти курорты, где все inclusive, где тебя никто не... Он будет беречь эту идею, пока все не придут к этой идее. Я не бегу туда. Он меня спросил, ты хочешь? Я говорю, пока нет. Интересно. Но есть шанс у человека. Во-первых, мне стыдно это говорить. Многие будут страдать. Вот мать сейчас говорит, не лови себя на этом дурном смысле, потому что люди будут страдать. Я-то себя уже освободила, я должна иметь какое-то сочувствие. Но идут сильные коды, и страдания будут тех, которые... Слепая ненависть будет у людей. Хорошо. Если человек захочет с тобой лично побеседовать или поехать с тобой, вот как ты говоришь, в резорт, где все включено, куда обращаться? Ты можешь дать свой номер телефона? Нет. Контакт, если человек такой? Хочет здоровья, я просто я не бегу... На случайные встречи. Понятно. Если, может быть, с кем-то когда-то, который полностью совершенный и просто хочет побеседовать на тему Бога, любви, я отдам этому человеку время. Но в первую очередь людям нужно давать здоровье. Но все-таки я же не грешная душа, я же должна чувствовать, что это же такой дар здоровья. Просто побалдеть и поговорить этому человеку уже и так хорошо, и без меня. Зачем? Это составная часть моего пути. Но в первую очередь идут сильные годы, сильные дни. Слишком тяжело будет человечеству, и я знаю это заранее. Вот Ванга стоит возле меня, она была тоже святой в этом облике, знала заранее. Вы знаете, как сложно знать и ничего не делать? Да душа разорвется у меня, это ужас перед собой, собственной натурой своей. Ну что это? Так не свято жить, Бог мне не позволит так себя вести. Поэтому он хочет в параллельном мире, где я здесь, я scientist, здесь мой модом, это само собой. Но в промежутке, я же не могу с утра до вечера тоже работать, в промежутках есть эти добрые, чистые, красивые поездки, где все настроены на одну волну. Эй, это здоровье, потому что кто-то будет мешать кому-то. Вопросы не надо задавать. Вот мы сели, и мы не поговорили, мы работали. Мы работали со смыслом, который Бог давал. То есть у кого-то открылось через сердце, у кого-то Ванга стояла буквально возле этого человека, это была святая натура. Мы открыли душу, вот зашли в сердце, она воспылала от любви, я не буду говорить, что происходило. Это было уникально в каждом случае. Это было доказательство за доказательством. Плюс есть люди, которые следуют меня уже полтора года. Бог приходил и стоял и доверял этому человеку, говорит, смотри на меня, вот я возле нее стою. Эта женщина сходила с ума, видела Бога впереди меня. И ей разрешат, у нее есть дар видения. Господа, это Элла Арвид. Эллочка, ты знаешь, мы ведь находимся все в преддверии нового наступающего 2016 года. Щедрого года. Да, вот я бы хотела, чтобы ты, ну, во-первых, какой нас ждет всех год, а во-вторых, что бы ты хотела пожелать радиослушателям? Пусть никто не умрет в этом году. Пусть будут цельные семьи.
Я всегда дорожу семейным обликом, обрядами семейными. Ценности, вот это, ценности ценить нужно жизнь, но ценить откровенно, не прятаться от Бога, не прятаться от любви, не прятаться от знаний, в первую очередь, что что-то можно сделать. Это на вашей совести останется, если вы решили себя, если у вас у кого-то не аукнулось то, что я говорила, это ваша совесть не разыграла свой мотив. Мой лейтмотив уже разыгранный. Я уже выполнила свой долг, я стою уже не в долгу у себя. Здоровье — это такая вещь, это очень критический момент, я буду описывать очень много. Что ж такое здоровье? У меня covenant на здоровье с Богом. Меня берегут. У каждого есть. Мы не пришли баловаться в эти дешевые игры, болеть. Мы не приходим сюда за этим. Оно случается, так вот, чтобы не случалось у вас, чтобы вам было проще. Приходите к этому смыслу раньше, чем... Позже лучше и добрее. И на всякий случай, может быть, вам тоже повезет, даже если вам непонятно кому-то, но у вас не злой умысел. Мне просто не хочется мешать группе других людей. Не хочу случайных душ. Но где-то кто-то, может быть, отхлынет от своего дурдома, или просто повеселеет с нами, или просто, может быть, потому что пошли на такой добрый шаг, не овдовеют. Есть разные мистические моменты, почему человеку пришлось сделать что-то, не в отместку себе. Я поняла. Ну что ж, господа, еще раз напомню, Алла Арбит удивительная женщина. Просто чисто. Мы с тобой еще не раз встретимся, побеседуем, поговорим. И напомню, что это интернет-портал, радиоцентр Сан-Гейтс. Друзья, слушайте передачи. Найдите нас на сайте www.sungatesradio.com. Эллочка, спасибо большое. Наташенька, с любовью. С и с долгом перед всеми. Я должна. Спасибо. До свидания.